говорим об учителе с большой буквы. Фра означает монах, брат. То есть учителем Боттичелли был монах ордена Кармелита, фра Филиппо Люди. Но это был не совсем монах, это был совершенно уникальный человек. Сейчас перед вами картина этого человека. Этот молодой человек принял монашеский постриг. Но через какое-то время его украли берберы, берберские пираты. И он вынужден был жить в рабстве в Африке. Но поскольку он был совершенно невероятно одарен, и даже находясь в плену, писал картины, а вы понимаете, что когда у человека талант, то это видно даже тем, кто его забрал в рабство, тем, кто его похитил. И человек, у которого он находился, то есть тот рабовладелец, которому его продали, да, он увидел талант этого молодого человека, и до такой степени этот талант его потряс, что он подарил Филиппо Липпе свободу. Он не стал его дальше держать в рабстве, отпустил его. И когда после вот этих лет, проведенных в плену, Филиппо Липпе вернулся во Флоренцию, он случайно во время богослужения заметил монашку соседнего монастыря. Ее звали Лукреция. И он влюбился в Лукрецию. И поскольку уже много лет, находясь в рабстве, он как-то, так сказать, благочиние несколько подзатерял, то он счел возможным не просто украсть эту женщину, а сделать ее своей женой. Она была монашка, он был монах. И церковь, конечно, не давала никакого согласия на то, чтобы они стали официально мужем и женой. У него был совершенно замечательный характер, у фра Филиппо Липпе. Он давал ученикам свободу. Он им объяснял все своим примером. А пример был, вы понимаете, какой, если этот человек побывал в плену, а потом освободился, а потом украл свою будущую жену, она была монахиней и так далее. Представляете себе характер этого человека? И находясь у него, кроме Боттичелли, у него был большой круг обожавших Филиппо Липпе учеников. И очень важно, когда ученик учится не только ремеслу, но и человеческим качествам. История про фра Филиппо Липпе я доведу до конца, потому что она интересная и поучительная. Когда у них уже было несколько человек детей, и когда много картин для церкви Филиппо Липпе написал прекрасных, папа сжалился над ним и разрешил им официально обручиться. То есть этот брак был освящен католической церковью, когда они уже были давным-давно мужем и женой и имели несколько детей. Но, то есть победила любовь и победил характер этого человека. И вот у этого человека, у учителя, великого учителя, учился Боттичелли. И Боттичелли, глядя на этого учителя и перенимая его художественные приемы, перенимал отношение к жизни, конечно. Мы посмотрим еще несколько работ Филиппо Липпе. Обратите внимание, как легко в одной картине, в картине Тонда. Тонда – это круглая картина. Человек размещает несколько картинок на сюжет Евангелия. То есть тут по лестнице поднимается нищий. Там мы видим какую-то сценку
мы не знаем подробностей, но мы видим интерьер, который тоже попадает в этот онда. И на переднем плане Богоматерь, Мадонна с младенцем. То есть для нас очень важно, что в одной картине, по сути, три или четыре сюжета, и все между собой эти элементы разных сюжетов, они все между собой невероятно гармонично сплетены. То есть Филиппо Липпи объяснял своим искусством, будущему гению, что можно в одной картине поженить много разного. Не обязательно писать только Мадонну с младенцем. Можно рассказать сразу несколько историй. Дальше. Да. Одна из моих любимых картин, так называемая «Мадонна с вуалью». Я долго не могла понять, почему с вуалью, если ее лицо не прикрыто никакой вуалью. Но по моде того времени, я сейчас вам расскажу интересную вещь. По моде того времени женщины прикрывали голову такими прозрачными платками. И если женщина была замужем, и все было хорошо, муж был жив-здоров, то этот прозрачный платок из прозрачных каких-то таких тонких нитей, он был светлого цвета. Когда она шла по улице в церковь из дома, по законам приличия того времени, эпохи Возрождения, она должна была прикрыть лицо. И вот эти вот складки, которые, в которые собрана вуаль в тот момент, когда она общается со своим ребенком, она прикрывала лицо, идя в церковь. То есть распускалась вот эта вуаль и закрывала ее лицо. И когда у нее умирал муж, если она становилась вдовой, и муж уходил раньше, то вместо светлой вуали появлялась темная, серая или черная вуаль. У Джоконды Монны Лизы, Леонардо, находясь у Франциска I, он все время дописывал без конца Джоконду, он не мог с ней расстаться. Серая вуаль. Только нам с вами этого не видно, я имею в виду, когда в Лувре на нее смотришь, никакой вуали ты не увидишь, потому что ты далеко стоишь, и там пули непробиваемое стекло, ничего не видно через нее. А живая картина, поскольку я видела живьем Джоконду без стекла, можете мне поверить, там есть серая вуаль, то есть видно, что она вдова. И по моде того времени еще интересная деталь по Филиппо Липпи. Вот если близко посмотреть эту картину, у нее выщипаны волосы от корня для того, чтобы лоб казался выше. А зачем надо было, чтобы лоб казался выше? Что это мода? Что это за мода такая? Как думаете? Почему было модно, чтобы лоб казался выше? Никаких челок не было, были только подняты обязательно волосы, и вот это то место, где волосы начинают расщипывать. Зачем? Кто знает, кто помнит, а кто догадается. Кто-нибудь догадается, почему так было модно в эпоху Возрождения? Это у всех женщин абсолютно, и у Монны Лизы в первую очередь. Она у нас первая модница, у нее сантиметр лба выбрит. Зачем? Красивая считала женщина какая? Красивая считала женщина, у которой был высокий лоб, которая была просвещенная и умна. То есть если женщина интеллектуально, нет, это не красота. По эталонам эпохи Возрождения женщина должна была, вот как у Данте, Беатрич, с ней должно было, она должна была понимать поэзию, которую ей посвящал Данте.